Больш за 1 200 000 рублёў будзе накіравана ў наступным годзе на працяг рэстаўрацыі Спаса Преображенскай царквы, Спаса Евфросиневскага манастыра ў Полоцку. Пра гэта паведаміў нядаўна прызначаны міністр культуры Беларусі Анатоль Маркевич падчас першай рабочай паездкі ў Витебскую область. У Полоцку ён пацікавіўся, на якім этапе зараз правядзенне рэстаўрацыйных работ унікальнага храма, а ў Витебску сустрэўся з дзеячамі культуры. Падрабязней наш корэспандэнт Інна Падрецкая. Жамчужина усходнеславянской архитектуры. Так называют Спасо-Преображенскую церкву Спаса Евфросиневского монастыра. Это один из немногих помников раннего сярэднявечча в усходней Европе, где амаль цалкам захаваўся фрэскавы роспіс. Уже некалькі год у православной святыни проводится реставрация. Завершить ее плануется у 2024 году. Работы идут по графику. Як адзначыў министр культуры Беларуси Анатоль Маркевич, нема ніякіх сумневаў, что все завершится свое. Отставаний пока нету, и каких-либо опасений по завершению работ в 2024 году мы также не видим. В следующем году на эти цели будут направлены средства как из республиканского бюджета, так и из местного бюджета в размере 645 000 рублей из бюджета Министерства культуры и также равнодолевое участие. Местные органы власти также направят эти деньги на то, чтобы мы и консультировались, и проводили работы по реставрации фресок. Уникальный полоцкий храм недавно призначенный министр культуры Беларуси наведал подчас першей рабочей поездки у паўночны регион. Его цікавили не только пытание захавания помников архитектуры. У Витебску Анатоль Маркевич ознаёмся с умовами працы актеров Национального академичного драматичного театра имя Якуба Коласа. Поговорили с труппой, очень доброжелательно люди настроены, с большим удовольствием вступают в разговор, видят рабочие какие-то вопросы. Ну, на самом деле мы их тоже видим, мы их не скрываем. Для меня, например, не совсем понятно, почему те средства, которые выделяются на капитальный ремонт, они до сих пор не освоены. А кроме того, в городе на Дзвине Анатоль Маркевич провел встречу с супрацовниками музеев, библиотек, колледжев и центров творчести, а так само керовниками районов. И каждый мог задать свое питание министру культуры. Задали вопрос по нашему информационный банк данных. Туда заносится все, что у нас есть по нашей культуре Витебщины, и каждая область так заносит, да, то хотелось бы, чтобы вот эта база данных, она совершенствовалась. Компьютеризация библиотек, проведение больше тесной профориентационной работы помеж колледжами и дитячими школами мастацтву, повышение квалификации педработников, развитие установ культуры у сельской мясцовости и замацевание там молодых специалистов. На сустрэчы обмерковали десятки актуальных пытанняў, разглядели шэраг прапаноў. Разом с тем подвели и промежковые выники, яких смогли досягнуть в этом году работники сферы культуры паўночнага региона. Увогуле был отзначен их высокий профессионализм. Инна Падрецкая, Яуген Цітоў, Новины, Полоцк, Витебск.